Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Главное предложение только сегодняшнего дня. Невероятная солевая лампа для укрепления здоровья. Сейчас аромат морского побережья царит в нашей студии, потому что она включена и работает. За прошлую презентацию было продано более 1000 ламп за 3 минуты. Вы только представьте. И сегодня специально, эксклюзивно, только один день. Мы специально снизили цену для вас. И прямо сейчас 800 рублей экономия. И цена от 999 рублей. Вот это прорыв. И все благодаря вашим звонкам. Солевая лампа, солевое побережье. В вашем доме успевайте дозвониться, пока у нас так снижена цена. Вообще, я знаю уже давно именно силу солевых ингаляций, потому что вот буквально 3 недели назад моя дочка купила такого пушистого хомяка. Я начала чихать. У меня появился ринит, и я подумала, что это просто простуда. Начала пить таблетки противовирусные и антибиотики. А потом оказалось, что у меня была аллергия на эту шерсть, и чуть дело не дошло до астмы. Представляете, и врач назначил мне как раз солевые ингаляции. Они, конечно, соли дорого, но нам пришлось разориться, чтобы поправить мое здоровье. Один вопрос: тебе помогают солевые ингаляции? Помогают солевые ингаляции. Мы с вами это очень хорошо знаем. Посмотрите, вот эта соляная лампа, это цельный галит, который помогает при очень серьезных заболеваниях. Самый широкий спектр применения. Ты сказала, астма бронхиальная, да. При бронхиальной астме, при синуситах, при ринитах, при заложенности носа, при фронтитах, друзья, обязательно используйте эту соляную лампу. Благодаря, она работает так с этими грозными, серьезными заболеваниями, благодаря уникальному составу микроэлементов. Здесь буквально вся таблица Менделеева: и кальций, и калий, и магний, и железо, и медь, и серебро, и золото, и бром, и йод. И все это при нагревании очищает в помещении воздух, и этим свежим воздухом мы дышим. И поэтому совершенно понятным становится, что при заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей, при синусите, при рините, при фарингите, при астме бронхиальной помогает в комплексной терапии очень хорошо. Да. И сколько действует? Более 10 лет срок службы этой лампы. Вот это да, соляная лампа для укрепления нашего здоровья. Ведь это правда соляная лампа? Можно попробовать в прямом эфире? Соленая? Ой! Еще бы! Она соленая! Ужасно соленая, потому что это не просто лампа, это... солевая лампа, которая сегодня по уникальной цене от 999 рублей. Заказывайте прямо сейчас. Морское побережье у вас дома, а значит свежий, чистый воздух, а значит ваше здоровье. Заказывайте прямо сейчас, забирайте фиксированную доставку от суммы заказа 1000. Многие забирают несколько модификаций и получают бесплатную доставку. Звезда, вот они модификации. Пирамида, есть у нас скала. Скала от 2 килограмм до 7. У нас есть скалы, поэтому можете забирать любую скалу. Бриллиант потрясающей красоты и выделки. Солевая лампа, сердечко, есть такая лампа, шар и треугольник, пирамида, она называется в заказе. Внимание, все модификации для вас, от 2 до 7 килограмм. Звоните прямо сейчас, цена снижена специально для вас. Как это будет работать дома? А давайте-ка посмотрим, вы приобрели эту лампу, она великолепно очищает воздух, ионизирует, и мало того, наполняет ее полезными веществами, и кальцием, и калием, и магнием, и серебром, и бромом, и золотом, друзья, и йодом, поэтому воздух, как на морском побережье, великолепно при бронхиальной астме, заболеваниях верхних, нижних дыхательных путей, когда есть синусит, когда есть действительно у человека, я забыл назвать, кожные заболевания, да, такие как псориаз, как дерматит, как экзема и даже лишай, да потому что в основе этих заболеваний лежит нарушение обменных процессов. Посмотрите, вы ставите лампу на прикроватную свою тумбочку. И как это действует? Радиус ее действия 2-3 метра. И посмотрите, что сейчас происходит. А что происходит? Вы спите, вы отдыхаете. А вот она, работает лампа. Вот они, положительно заряженные ионы, которые убирают клещей, тяжелые металлы, которые содержатся в квартирах у нас, пыли. Поэтому вы не чихаете, не кашляете. Знаете, бывает першит, как будто в горле. Вот эта пыль попала, этакий комок, который может дальше перейти в синусит, в ринит, который может дать бронхолегочные
заболевания. Человек астматик, он пользуется ингалятором, а воздуха не хватает, угу. Воздух действительно да. Надо очистить. И эта лампа очищает этот воздух, и вы дышите горным, великолепным, чистым вот воздухом. Сегодня я хотела бы спросить еще у нашего гостя, Вячеслава. Вот мне помог, например, соляные ингаляции. Вот, Вячеслав, кратко расскажите, а как было с вами? Все, наверное, очень просто и невесело. На пронизывающем морозном ветру я простоял долго по необходимости, получил бронхит в результате. О, бронхит. Да, такой основательный, да. Хороший бронхит, угу. Хороший в кавычках, конечно. И долго сомневался, нужна ли мне эта лампа, покупать, не покупать, пользоваться, не пользоваться. В конце концов, отбросив все сомнения, я это сделал, и сейчас я не жалею. Помогло? Регулярно, совершенно верно, регулярно, на ночь как было показано, да. А дочке засыпаем. Понравилось? Дочке это отдельная история. Да. Дочке звездочка понравилась, которая вот в нашем наборе. Да, вот смотрите, вот именно детям и обязательно, потому что мы простываем и боимся, что заболевают наши дети. Вот у меня Настя заболела пневмонией, после лечения ее сразу отправили в пещеру. Почему? Зачем именно для восстановления легких отправили в соляную пещеру? Да потому что вот эти соляные пещеры, вот эта соль обладая, посмотрите, друзья, на ваших экранах соляная пещера, соль гималайская, ведь это не простая соль, это соль гималайская, этой соли более чем 500 миллионов лет, добыта она на глубине более чем 700 метров, она помогает, эта соль, убивать вредоносные бактерии и вирусы, которые вызывают воспаление легких и воспаление бронх, друзья. Вот это находка для аллергиков, эта лампа. Вот это находка для людей, страдающих бронхолегочными заболеваниями. Вот это находка для людей, которые страдают бессонницей, особенно в пожилом возрасте. Поэтому при таких заболеваниях серьезных, как Лена назвала, пневмония, при таких заболеваниях, как бронхит, бронхолегочные заболевания, перечисляю, астма великолепно помогает, потому что мы дышим чистым воздухом. У кого чешется кожа, у кого есть дерматит, псориаз, экзема и даже лишай. Вопрос из колл-центра. Как включить, как установить, как лампочка там у нас включается? Я сейчас ее выключу, да, вот она в включенном состоянии была. Я просто-напросто взял ее сейчас, видите, да, как там обычная лампа, и выключу. И, конечно же, здесь вот вставляется, вот здесь обычная лампочка. Ага. Открутили, если перегорело, поменяло, но сам абажур служит более 10 лет. 999 рублей, это уникальная цена, она действует только одни сутки. Дозвонитесь прямо сейчас.